на моей памяти уже за вот несколько десятилетий, это не первая избирательная кампания. И мне пришлось участвовать еще и в прошлом веке, и уже, конечно, вот и в начале этого становления нашей государственности белорусской. Поэтому не есть с чем сравнивать. Хочу сказать, что вот на более спокойной, конструктивной такой кампании электоральной вот за все эти годы не было. Это самое, наверное, была спокойная и конструктивное вот политическое мероприятие. Поэтому, ну, вы знаете, впечатления вот именно складываются с этого. Отличие, конечно, было серьезное. Это впервые проходило у нас в стране в один день, единый день голосования, когда мы избирали не только депутатов местных советов, но и парламента. Но, тем не менее, можно смело говорить, что вот первый блин был не комом. Конечно, еще, наверное, есть необходимость не только, ну, я сразу скажу, это не только мое мнение вот на основании собственных впечатлений. Я имел информацию и с мест, и от районных комиссий, от участковых избирательных комиссий. Да, все спокойно прошло, но вот надо бы еще послушать обязательно, конечно, мнение наших участковых комиссий и районных комиссий по поводу вот единого дня голосования. Потому что, возможно, какие-то нюансы есть и в будущем, да, это особенно вот для Центральной избирательной комиссии, это вот как раз будет очень ценно, чтобы провести этот анализ и, возможно, внести какие-то дополнительные изменения в законодательство.